мебельный центр «Миргород». Огромный выбор корпусной, мягкой и офисной мебели и аксессуаров для уютного интерьера. Ждем вас по адресу улица Карла Маркса, 106Б. Только в салоне «Меха энд Кожа», купив шубку, получаешь сертификат от турагентства «Крылья». Хочешь на море? Лети! «Меха энд Кожа», Коля Миготина, 102. Подробности у продавцов-консультантов. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Лилия Тельняк. Мебельный центр «Миргород». Огромный выбор корпусной, мягкой, офисной мебели и аксессуаров для уютного интерьера. Мебельный центр «Миргород». Ждем вас по адресу улица Карла Маркса, 106Б. Спонсор прогноза погоды – салон «Меха энд Кожа». Большое поступление итальянских и греческих шуб, итальянской обуви. Только у нас при покупке шубы вы получаете сертификат от турагентства «Крылья». Ждем вас по адресу Коля Миготина, 102. А теперь о погоде. В пятницу над Уралом продолжится противоборство циклона и антициклона, так что погодные контрасты в регионе сохранятся. На западе региона опять пройдут небольшие осадки и сравнительно тепло. А южнее задержится сухая погода и температурный режим будет более прохладный. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без существенных осадков. Температура днем плюс 1, плюс 4. В Кургане ночью переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 3, минус 5. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4. Атмосферное давление будет расти. 26 октября солнечная активность и геомагнитное поле спокойнее. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!